Источник выбросов найден. Росприроднадзор назвал предприятие виновное в загрязнении воздуха. На рынок Нижнекамска поступала непроверенная говядина. Ветеринарный врач стал фигурантом уголовного дела. Пожар на частной территории в районе БСИ. Один пострадавший с ожогами доставлен в больницу. И опять вторая смена. Родители учеников 33-й школы провели незапланированное собрание. Нижнекамский студент стал помощником министра молодежи Татарстана. Чиновник лично пригласил юношу на эту должность. Угодили всем. В 7-м микрорайоне после ремонта появились благоустроенные территории и площадка для выгула собак. Это Нижнекамские новости, в студии Лилия Егорова. Здравствуйте. Росприроднадзор назвал предприятие, виновное в загрязнении нижнекамского воздуха. Источником выбросов, как и предполагалось ранее, является Нижнекамск-Нефтехим. Специалисты выявили ряд нарушений норм экологического законодательства. Светлана Шумкова продолжит. Качество воздуха в Нижнекамске в последнее время далеко не идеальное. Резкие запахи заставляют людей закрывать окна. Горожане жалуются на головные боли и тошноту. Я работаю в районе Эластика, там по ночам постоянно. А какой запах? На что похоже? Газ. Похоже, сероводород, газ какой-то. Неприятный, чувствуете себя какой-то? Голова болит постоянно. Тошнит, голова кружится сразу. Как больше, ничего я не чувствовала. Я не замечаю. У меня голова болит в основном. Я потому что больной, так сама к себе. А резкий запах? Вы знаете, резкий. Там, знаете, вот даже я не могу объяснить, газом, не газом, как-то вот так вот пахнет обычно. Стараюсь балкон закрывать. Пахнет, как будто вот поросенка палят. Что стало источником загрязнения экологии в городе? С этим вопросом несколько дней назад мы обратились к специалистам. Они взяли пробы воздуха на биологических очистных сооружениях, чтобы отправить их на анализы в лабораторию. Тогда предположение пало на коллекторы, принадлежащие Нижнекамск-Нефтехиму. Сегодня нам подтвердили, в выбросах виноват химкомбинат. В отношении Нижнекамск-Нефтехим выявлены ряд нарушений, нарушений требований экологического законодательства. На объекте водоотведения установлены превышения норм, установленных как раз разрешительным документом. А еще на территории очистных сооружений выявлены нарушения при эксплуатации газоочистных установок. Теперь Росприроднадзор выпишет предприятию предписание и направит документы на рассмотрение в суд. Специалисты намерены бороться с фактами загрязнения экологии. Максимальный штраф, который грозит виновнику, от 180 до 250 тысяч рублей. Светлана Шумкова, Фахри Исламов, Новости НТР. 51-летний мужчина пострадал в результате пожара на БСИ. С ожогами он был доставлен в больницу. Возгорание произошло на частной территории. Загорелась цистерна с топливом. Клубы черного дыма, идущие со стороны промышленной площадки, видны были даже в городе. Анастасия Шакирова с места происшествия. Эти фотографии мгновенно разлетелись по социальным сетям. Клубы черного дыма идут со стороны промышленной площадки. Судя по всему, возгорание серьезное. Сообщение на пульт дежурного поступило примерно в 7 часов вечера. Из него следовало, что на территории БСИ в одной из частных баз горит цистерна с горючим. На место выехали пожарные расчеты, понадобилась помощь медиков. Люди, работающие на территории БСИ, подтверждают, задымление было сильным. Многие, кто находился рядом с местом ЧП, в спешке покидали свои рабочие места. У вас тут пожар был, да? Да. А у нас там дальше. А что горело? Я не знаю. А сильный дым был? Ну да. А пострадавшие что-то... Не, оттуда знаю, я оттуда не знаю. А покажи... Я просто дым видел вот с той стороны. Что там горело, не знаю. А пожарных много расчетов приезжало? Ну, 3 машины, по-моему, проехали. Горело 11 емкостей с отработанным маслом. На момент прибытия пожарных была угроза распространения огня. Огнеборцам понадобилось всего несколько минут, чтобы справиться с пожаром. Горели кубовые емкости в количестве 1 штук. Данные емкости были пустые. Рядом только из одна из емкостей, как бы, получается, небольшое было заполнение этой емкости именно отработанным маслом. Предварительной причиной пожара является именно нарушение правил эксплуатации именно мотопомпы, а именно перекачка, вследствие чего произошло вытекание с отработанного масла, и которое попало именно на
нагретую поверхность мотопомпы, вследствие чего произошло возгорание. В результате пожара пострадал 51-летний мужчина. С ожогами нижних конечностей первой и второй степени он был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как стабильное. Сейчас по данному факту идет проверка. Если будут выявлены нарушения правил пожарной безопасности, владельца базы, где произошел пожар, привлекут к административной ответственности. Анастасия Шакирова, Евгений Лызаев, Рафаэль Акипов. Новости НТР. На ветеринарного врача села Кармалы заведено уголовное дело. По версии следствия, по его согласию на рынок поступала опасная говядина, так как справки были куплены. Жители деревни, в свою очередь, не могут в это поверить. По их словам, Николай Паршунин – добрый и порядочный человек. Алсу Арсланова продолжит. Я был в шоке. Не мог предположить. Не мог предположить заведующий ветеринарным пунктом, что его, такой трудолюбивый, добросовестный сотрудник с 20-летним стажем, Николай Паршунин, взяточник. По версии следствия, глава крестьянско-фермерского хозяйства Салиева попросила ветеринара оформить справки на 660 килограммов говядины без санитарной экспертизы. Он согласился, взяли Паршунина с поличным, когда он выписывал уже вторую партию справок на 4,5 тонны мяса. В результате 26 апреля после получения денег Салиева была задержана и согласилась принять участие в мероприятии по извлечению Паршунина. В тот же день он также был задержан. Ветеринарная справка – очень серьезный документ. Она подтверждает, что скотина здорова и мясо без опаски можно вести на продажу. Если же не пройден полный контроль, есть вероятность, что оно может быть зараженным. Никто в Кармалах не верит, что ветеринар, которого все знают как честного человека, мог пойти на сделку с совестью ради 10 тысяч рублей. Хороший работник. Не раз обращались к нему, всегда помогал. Мне не верится. Вот. Не сейчас не верю, тогда не верю. Мужчина порядочный. У него в этот день был день рождения, и был он в пьяном состоянии. Так было дело. Не осознавал ситуацию, последствия этого. Что толкнуло на преступление, будет выяснять следствие. В свою очередь, рабочее место ветеринарного врача Кармалинского сельского поселения пока пустует. Люди надеются, что Николай Паршунин вернется к работе. Все фигуранты дела признали свою вину. Сейчас они находятся под домашним арестом. Дело передано в суд. Алсу Арсланова, Фахри Исламов, новости НТР. Родители учеников 33-й школы подняли бунт. Нижнекамцы переживают, что их дети второй год подряд будут учиться во вторую смену. Незапланированное школьное собрание состоялось у стен учебного заведения. Среди участников была и Наталья Лушникова. Участники собрания – родители 33-й школы. Причина – слух о том, что знания за третий класс их дети, как и в прошлом году, будут получать во вторую смену. Хотя по очереди они должны быть в первую. У нас договоренность первая, вторая, шахматный порядок. Мы на это подписались, хотя уже сами знаете, во всех всероссийских школах второй смены вообще нет. Одна смена для 33-й школы сегодня не более чем мечта. Проектная мощность здания рассчитана на 750 учащихся. Но на самом деле их здесь 1610. Перезагруженность больше, чем в два раза. Самый многочисленный блок – начальный. В новом учебном году сюда придут 257 первоклассников. Ситуация патовая, и родители это прекрасно понимают. Ждали этот год с надеждой, что мы будем учиться уже в первую смену. А нас сейчас хотят поставить просто перед фактом. Между тем, перед фактом родителей никто не ставил. Информацию они получили из группы WhatsApp. Но, как говорится, дыма без огня не бывает. Администрация школы действительно рассматривала такой вариант. Увеличилась школа еще на 6 класс-комплектов. Нехватка кабинетов заставила администрацию школы вот долго решать, придумывать, как нам действительно разместиться в этом году. И одним из вариантов размещения было то, что вторые классы перевести в первую смену, третий оставить на повторный год во второй смене. Еще раз повторяю, это был один из вариантов решения, который мы впоследствии отмели. Третьи классы в этом году будут обучаться в первой смене, как это у нас и планировалось, как это и заведено. Разгрузить 33-ю школу должно вот это здание. Ранее здесь находился Нижнекамский технологический колледж. Сейчас же площади переданы на баланс школы. Но учебный процесс здесь могут начать только после капитального ремонта. А значит, точно не в этом учебном году. Наталья Лушникова, Марсель Джураев. Новости НТР.
Нижнекамцам с лупой приходится рассматривать квитанции за услуги ЖКХ. В этом месяце они пришли в новом формате. Недовольство пенсионеров вызывает графа, предназначенная для показаний счетчиков. Сейчас шрифт там очень мелкий. Раньше проблем с этим, говорят горожане, не было. Даже не то, что лупой даже не увидишь. Я вот второй месяц мучаюсь. Вот сегодня показания счетчика со своими в очках переписывала. Пришлось мне квитанцию эти цифры в стрелке указывать. В управлении ЕРЦ нам объяснили, в следующем месяце все будет как раньше. Вернется прежний дизайн оформления графы для показания счетчиков. Неудобства были связаны с тем, что в квитанциях была размещена информация об отмене субсидий на тепло. Поэтому и пришлось уменьшить размер таблиц. Об этой теме нам рассказали телезрители. Если у вас тоже есть важная или интересная информация, то пишите нам на наш сайт ntrdefiz24.ru или на WhatsApp 8 917 93 73 077 или звоните по телефону 40 07 70. На решение проблем в садоводческих товариществах выделено дополнительное финансирование. Появятся новые урны, подъездные пути, резервуары для воды. Все это стало возможно благодаря проекту «Дом садовода. Опора семьи». Сегодня нижнекамские руководители садоводческих обществ встретились с координатором проекта. Встреча состоялась в одном из живописных мест, которые можно встретить в наших садах-огородах – на озере Долгое. Вопросы, которые давно назрели, касаются улучшения условий в садовых товариществах. Мы все же считаем, что правильно это передать. Высоковольтка, ее надо обслуживать. Нужны специалисты, нужна определенная категория электромонтера. Допуска, да. И, значит, вот вся вот эта вот, как бы, самое главное, безопасность. Программа поддержки садоводческих товариществ в Татарстане продолжается второй год. На средства из республиканского бюджета решаются ключевые проблемы садовых обществ. В этом году Нижнекамский район получит порядка 84 миллионов рублей. На сегодняшний день в Нижнекамском районе 40 садовых обществ. В этом году средства выделят на решение вопросов 21 садоводческого товарищества. Например, сделают дополнительные площадки для сбора мусора, заменят насосы и починят линии электропередач. А также отремонтируют подъездные дороги, установят дополнительные резервуары водоснабжения. В прошлом году благодаря проекту улучшили условия в садах-огородах 8 районов республики. В этом году добавились еще 3 района. Могу сказать, что в прошлом году было пробурено 32 скважины, где-то порядка 50 водонапорных башен и, значит, резервуаров было установлено, 38 километров подъездных дорог в прошлом году было сделано, 141 площадка ТБО, где-то они, кроме того, что они изготавливаются площадки, делаются, они еще оснащаются контейнерами и бункерами. Программа не российская, а республиканская. Конечно, подобные проекты реализуются и в других городах страны, но средств на ремонт и оснащение в Татарстане выделяют значительно больше, пояснил Валерий Власов. Светлана Шумкова, Рафаэль Ракипов, новости НТР. Бесплатные лекарства или деньги? Полтора месяца осталось у федеральных льготников, чтобы сделать выбор. Право на социальные услуги имеют более 20 тысяч нижнекамцев. Однако 60% выбирают деньги. В управлении пенсионного фонда предлагают еще раз хорошо подумать и принять правильное решение. Альбина Валеева продолжит. Ну, не стоит отказываться от лекарств, так что это больше будет зависеть от исхода ваших заболеваний. Медицинский работник Алла Зотова ежедневно проводит разъяснительные беседы с федеральными льготниками, рассказывает о социальных услугах, которые им положены, и о последствиях при отказе. Вот только Григория Гаврилова такие разговоры не убедили. Инвалид первой группы отказался от бесплатных лекарств. Свой выбор объясняет просто: чем ходить по аптекам и слушать, что препаратов нет, лучше иметь надбавку к пенсии. То нет, то нет. И будешь ходить целый месяц от лекарства. Который нам надо, нету, нет. Нету, все. Нету. Да. И есть, так они дают 2-3 года лежать там. Не год уже это вышло. Вот мы уж. Старый лекарство. Старый. Вот и мы сейчас решили так. Мы выбор сделали, деньги получаем, потому что это деньгами мы, какие нам нравятся лекарства, и покупаем. Аптеку пойдешь, там нету, который нам нужны лекарства. Как показывает практика, от государственной помощи отказываются те, кто не нуждается в дорогих лекарствах. Но эта уверенность лишь в сегодняшнем дне. Уже завтра пациент может серьезно заболеть. Тогда лечение полностью ложится на его плечи и влетает в копеечку.
Очень часто бывают такие случаи, люди приходят, плачут. У меня вот осложнение, у меня нашли там то, у меня нашли другое. Прошу возобновить. А мы возобновить можем только со следующего года. И есть опасность, что человек, у которого обнаружилось вот это более серьезное заболевание, может уже не дожить до возобновления соцпакета. Стоимость набора социальных услуг составляет более 1000 рублей в месяц. Эта сумма включает в себя обеспечение медикаментами, путевку на санаторно-курортное лечение и проезд к нему и обратно. В Нижнекамске этими услугами могут воспользоваться более 20 000 человек. И прежде чем делать выбор, нужно обязательно посоветоваться со своим лечащим врачом. Получить деньги или бесплатные лекарства. Каждый федеральный льготник должен сделать свой выбор. Если вы не поменяли своего решения, то вам никуда ходить не надо. Если все-таки оно изменилось, то следует обратиться в пенсионный фонд до 1 октября. Заявки принимаются и в электронном виде. Альбина Валеева, Рафаэль Ракипов, Фахри Исламов, новости НТР. Нижнекамский студент стал помощником министра молодежи Татарстана. На эту должность его пригласил лично Дамир Фатахов. Он приехал в Нижнекамск и встретился с молодежью города. Задать вопрос можно было на любую тему. Наша съемочная группа узнала, что интересует нижнекамскую молодежь. Динар – активный молодой человек. Коляска – не повод отказываться от интересной жизни. Парень занимается рукоделием, дизайном, фотографией. А еще он точно знает, какой должна быть современная молодежь. Общительный, больше активничать, больше проводить всякие мероприятия между собой. Мероприятие себя ждать не заставило. На него собрались самые активные, креативные и неравнодушные. Молодежь города встретилась со своим министром. Наша задача у нового министерства, у молодого министерства по-настоящему стать министерством молодежи, чтобы вы знали, что у вас есть ваше министерство. Такие встречи проходят не каждый день. Волнение, напряжение в зале снял Айдар Медшин. Мэр города задал формат, в котором прошел диалог. Давайте без пафосных, красивых слов. Вот, то, что в голове, то, что на языке, но в рамках приличия, говорить сегодня и дальше о том, что каждого из нас волнует. Вот такой формат встречи я предлагаю. Молодежь ограничена до 30 лет. Планируете ли вы с увеличением пенсионного возраста, с принятием этого законопроекта, увеличить возраст работающей молодежи? Я абсолютно уверен, что наша деятельность и ее результаты, и процесс, он влияет независимо от этого возраста. Если человеку 33, 34, 35, 38, это я думаю, что это какое-то внутреннее, во-первых, состояние души. На встрече было затронуто много тем. Говорили об экологии, поддержке сирот, условиях жизни для людей с ограниченными возможностями. Но главным были вопросы про образование. У нас КАИ закрыли, какие-то коммерческие институты закрыли, остался только НХТИ и какие-то колледжи. Но все хотят получить хорошее высшее образование. Они занимались коммерческой частью. Они не были заинтересованы. Конечно, они говорили об этом, конечно, они что-то заявляли, но как результат они не занимались тем, чтобы обеспечить то образование, которое, с которым человек может быть конкурентен на рынке труда. На мероприятии были приняты и неожиданные назначения. Федор пришел на встречу студентам медколледжа, а ушел уже советником министра молодежи. Финалист проекта кадрового резерва затронул тему участия его сверстников в общественной политической жизни Татарстана. Дамир Фатахов сразу рассмотрел кадровый потенциал и предложил 20-летнему студенту стать его советником. В первую очередь предлагаю, как я сам из Нижнекамска, развитие малых муниципальных городов. Это в первую очередь развитие проектов, которые позволяют активизировать молодежь для тех общественных организаций, для молодежных центров. Чтобы молодежь была активнее, чтобы создавались заново студсоветы, чтобы развивались СУЗы. Дамир Фатахов вступил в должность министра недавно. Сейчас он проводит подобные встречи во всех районах Татарстана. Нижнекамская молодежь у него оставила исключительно хорошее впечатление. У меня было ощущение, что я встретился с партнерами, с людьми, которые четко, внятно формулируют свою мысль, они видят проблематику, они четко говорят о каких-то путях развития. Анастасия Шакирова, Евгений Лазаев, новости НТР. Площадка для выгула собак появилась в 7-м микрорайоне. Ее сделали в рамках капитального ремонта внутридворовой территории. Работы по благоустройству завершены. В честь этого события там прошел большой праздник двора.
Музыку было слышно в соседних микрорайонах. Жители 7-го квартала отмечают большой праздник. Теперь у них хорошие внутридворовые дороги. Сделали их в рамках республиканской программы. Огромное спасибо всем работникам, которые выполняли данную работу по благоустройству нашей домовой территории. Молодцы, мужики! Праздник хорошо всегда. Всего доброго, здоровья, будет каждый раз. Пусть кто-то старается, им спасибо. Все замечательно, красиво. Строители на празднике слушали не только благодарственные речи, многих наградили грамотами. Дипломы получили и жильцы микрорайона, которые активно помогали во время ремонта. Очень довольны, молодцы, ребята хорошо работали, активно, быстро сделали нам и очень качественно. Жители в знак благодарности во время ремонта, когда проходил, мы собирали строителей и устраивали им праздничные обеды. Сами, да? Да, и жители сюда. Пекли, готовили. Большое событие в 7-м микрорайоне и у собаководов. Теперь у них есть своя площадка для выгула собак. Раньше здесь был заброшенный пустырь. Его очистили от мусора, скосили траву. Это замечательное место. Действительно пустует. Очень нужно микрорайону. Действительно хорошее место для собак, для выгула. Здесь, по-моему, идеальное место. Вот как раз получился такой импровизированный детский сад. Если бы нам ее еще благоустроили, немножко освещение сделали и немножко загородку, потому что они все-таки выбегают, а люди боятся, это было бы вообще замечательно. Сегодня готовится эскизный проект, как это все будет выглядеть. Мы полагаем, что это будет периметральное ограждение, не менее 1,5-2 метров, дополнительное освещение. Естественный покров, он сохранится, потому что он должен быть природный. Появятся дополнительные игровые элементы на этой площадке. И сегодня жители готовят предложение, какие именно элементы им сегодня нужны. Ремонт в 7-м микрорайоне сделали всего за 1,5 месяца. Во многих дворах Нижнекамска сейчас также идет благоустройство придомовой территории. А значит, праздники совсем скоро будут и там. Сергей Толмацкий, Анастасия Шакирова, Евгений Лызаев. Новости НТР. Далее новости спорта и прогноз погоды. Напоминаю, связаться с нашей редакцией можно по телефону 400770 или посредством нашего сайта ntrdefis24.ru. У меня на этом все. Удачных выходных. До свидания и спасибо, что вы с нами. Сегодня в новостях спорта показали характер, как нефтехимик разделался с Акбарсом. Скорость и пыль. Камские поляны примут республиканские соревнования по автоспорту. Об этом не только. Сразу после рекламы. Компания «Память». Изготовление памятников, облагораживание могил, ограды. Установка на любом кладбище республики. Выезд агента на дом, низкие цены. Компания «Память». Мы располагаемся на въезде на городское кладбище. Только один день. 17 августа в ДК «Альфа» выставка-продажа трикотажных изделий для всей семьи по низким ценам и огромный выбор домашнего текстиля. Приглашаем вас за покупками. Приходи всей семьей кататься на набережной. Велопрокат на автомойке «Красный ключ» от 50 рублей. 8-987-180-22-22. На телеканале НТР обзор спортивных новостей. В студии Кирилл Давкаев. Здравствуйте. Первое дерби осталось за Нижнекамском. Хоккейный «Нефтехимик» в очень непростом матче на выезде взял верх над столичным «Акбарсом». Напомню, что арена к этой встрече претерпела значительные изменения. Тренд этого межсезонья – переход на финский формат. Площадка стала меньше, это не могло не сказаться на игре. Было заметно. В первом периоде команды привыкали к новым условиям, от того и взаимные колкости в сторону вратарей особыми успехами не увенчались. Ушли на перерыв при нулях. Лишь на 25-й минуте цифры на табло поменялись. Богдан Якимов отличился с передач с Дунова и Шахсадарова. Во втором периоде его примеру последовал Микаэль Рухома 2-0. Хозяева поплыли. Мало того, что принимали принципиальных соперников, так еще и в статусе обладателя Кубка Гагарина. Но преимущество нижнекамцев держалось недолго. Очень быстро казанцы отыграли, а после и вовсе сравняли в концовке игрового отрезка. Все решилось в овертайме. На 62-й минуте Йонас Няттинен забросил решающую шайбу. 3-2. Наша взяла. Теперь о событиях хоккейных и предстоящих. Как мы уже раньше рассказывали, неделя звезд хоккея КХЛ в 2019 году пройдет в Татарстане. Одним из городов, которому предстоит принять звездные матчи, будет Нижнекамск.
И вот за 150 дней до старта «Звездной недели» Лига представила фирменный стиль, который будет использоваться в оформлении предстоящих мероприятий. Фирменный стиль третий в истории «Недели звезд» хоккея разработан на основе традиционной символики достопримечательностей домашнего региона. Цветовая гамма фирменного стиля воспроизводит триколор флага Татарстана. В основу логотипа «Звездной недели» лег архитектурный ансамбль, по которому узнают во всем мире столицу республики. Очертания исторических зданий Казанского Кремля, Спасской башни, мечети Кул-Шариф, Дворцовой церкви и башни Сюмбеке. Заключены в еще один знаковый для республики символ – алый тюльпан, сообщает сайт khl.ru. Старт недели будет дан в Нижнекамске, где 12-13 января пройдут Кубок вызова молодежной хоккейной лиги и матч звезд женской хоккейной лиги. Хоккея на сегодня хватит. Поговорим о футболе. В эти минуты наша главная футбольная команда находится в Тольятти, где встречается с местной «Ладой». Но на этом футбол в Нижнекамске не заканчивается. В грядущие выходные пройдут матч очередного тура чемпионата Татарстана. Центральной игрой станет встреча Нижнекамского «Шинника» и Дюсуша-Вахитовского района. В субботу подопечный Григория Калинина встретится с казанской командой на домашнем стадионе. На поле спортивно-оздоровительного комплекса «Дружба» «Шинник» встретится с казанцами. Сейчас желто-черные в турнирной таблице идут третьими, уступая первые позиции энергетику и Бугульме-Рунака. Дюсуша-Вахитовского района – один из аутсайдеров. У них 10-е место. Можно смело предположить, что именно на стороне нижнекамцев останется победа. Вопрос только, с каким счетом. Итак, игра пройдет завтра в 16:00. Дублеры нефтехимиков в 12-м туре, в свою очередь, сыграют на выезде. Соперником подопечных Андрея Сечихина станет бугульминский «Энергетик», который сейчас возглавляет турнирную таблицу татарстанского чемпионата. Нефтехимик, в свою очередь, успешно стартовавший в начале чемпионата, сейчас особыми успехами похвастаться не может. У него 8-я строчка. В этот уикенд Камские поляны вновь станут центром притяжения всех любителей автоспорта. В поселке пройдут крупные республиканские соревнования. За право обладанием кубком ТАИФ НК будут состязаться лучшие картинг-пилоты Татарстана. Гонщики будут соревноваться в трех классах – стриж, пилот и 125 стандарт. Параллельно на трассе для автомотокросса состоятся заезды багги на Кубок Республики Татарстан. Как и в прошлом году, традиционно здесь участники будут разделены по возрастному критерию. Самые юные выявят сильнейших в классе микробагги, а более старшие – мини-багги. Традиционные турниры пройдут уже 8-й раз. В прошлом году они собрали более сотни участников из самых разных уголков Татарстана. Нижнекамские пилоты были в фаворитах. Смогут ли они повторить прошлогодний успех? А еще лучше превзойти его, узнаем уже в это воскресенье, 19 августа. Первые старты в Камских полянах намечены на 11 часов. Ну а на сегодня у меня все. Смотрите далее в эфире НТР. Прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 400770, а также посредством нашего сайта ntr-24.ru. До встречи в эфире. Спонсор выпуска – магазин, сервисный центр «Технорай». Магазин-сервисный центр «Технорай» – это ноутбуки, компьютеры и для работы, и для игр. Это ремонт компьютерной техники. Это любые комплектующие. Работаем с 1996 года. В выходные в Нижнекамске возможны дожди. Температура воздуха 17-18 градусов. Ветер подует с севера со скоростью 3 метра в секунду. В начале следующей недели заметно потеплеет. Спонсор прогноза погоды на канале НТР – торгово-сервисный центр «Технорай». «Технорай» предлагает приставки и антенны для эфирного и цифрового телевидения. Магазин-сервисный центр «Технорай» – это ноутбуки, компьютеры и для работы, и для игр. Это ремонт компьютерной техники. Это любые комплектующие. Работаем с 1996 года.